Помочь детям исполнить мечты. Дарья и Анастасия Пискарёвы родились недоношенными. Когда им исполнился год, врачи поставили диагноз ДЦП, давали неутешительные прогнозы. Сегодня девочкам 12 лет. Благодаря курсам реабилитации и постоянным занятиям они уже сделали настоящий прорыв, но останавливаться нельзя, иначе весь труд будет напрасным. На лечение детей с таким недугом нужны деньги, которых у матери Насти и Даши нет. Редакция новостей УТС и благотворительный фонд «Вместе» объявляет сбор средств. Ну и потихоньку стараемся делать первые шажки. Настя, давай покажем. Конечно, они у нас пока получаются не совсем хорошо, но это все со временем. Вот, молодец. Не спеши, главное не спеша. Нет. Ножку назад. Вот так вот мы учимся. Стоять на ровных ногах и делать пусть пока неуверенные шаги для Насти – большое достижение. Раньше колени девочки совсем не разгибались. Помогла операция и долгие курсы реабилитации. У ее сестры Дарьи результаты еще лучше. Она может ходить с тростью, хорошо говорит. Все 12 лет жизни девчонок мама занимается их лечением. Врачи как бы ничего хорошего нам не предвещали, но говорили, что будут очень крайне тяжелые дети. Но благодаря упорству моих детей, целеустремленности нашей, да, всеобщей, бесконечным занятиям, то есть бесконечной гимнастики, бассейны, ипотерапии, реабилитации. Теперь врачи говорят, если продолжить заниматься в таком темпе, у девочек есть все шансы в будущем забыть об инвалидных колясках. Но лечить детей с ДЦП, рассказывает Лариса, очень затратно. В месяц на каждого ребенка уходит по 150 тысяч рублей. Запасы финансов у мамы иссякли. Приходится обращаться за помощью к новосибирцам. Все, кто хочет помочь Насте и Даше, могут отправить смс с текстом «Платеж НСК плюс сумма» на номер 3434 благотворительный фонд «Вместе». Несмотря на недуг, подростки очень активные. Настя занимается прикладным творчеством, это хорошо развивает моторику, мечтает стать актрисой. Даша поет, грезит попасть на шоу «Голос дети». И обе верят, их самая главная мечта – ходить, обязательно сбудется. Елена Мирошниченко, Борис Гладких, новости ОТС.